С 26 по 28 октября в Рославле в городском доме культуры прошел международный турнир по боксу. Это традиционное спортивное мероприятие проходит в Рославле уже 17-й раз. Боксеры встречаются на ринге два раза в год. Вот и в этот раз приняли участие 223 боксера. На соревнования приехали 24 команды из всех областей Центрального федерального округа, 5 городов Республики Беларусь и команда из Литвы. В бюджете Рославского района нет средств для финансирования мероприятия такого масштаба. Уже не первый раз на помощь организаторам боксерского турнира приходит генеральный спонсор компания «Доктор Мебель», одна из ведущих российских производителей специализированной медицинской и лабораторной мебели. Они не просто профинансировали мероприятие, но и приобрели все награды, медали, кубки и сувениры. Все они отмечены ее фирменным логотипом и поэтому являются эксклюзивными призами. Кроме того, компания «Доктор Мебель» учредила специальные призы по трем дополнительным номинациям во всех трех возрастных группах. К этому мероприятию дополнительные призы для участников соревнования. Там будет три категории. Это лучший боксер, лучшая техника и воля к победе. За лучшего боксера вы получите вот профессиональные боксерские перчатки. За лучшую технику будет подарок, приз, перчатки, снарядные, тренировочные. За волю к победе, скакалки и бинты. Я надеюсь, этому человеку они пригодятся. Подарки будут в трех возрастных категориях, поэтому лучшие. Надеюсь, это как-то вас дополнительно замотивирует для достижения лучших показателей. Организаторы соревнований благодарят всех, кто принимал участие в проведении турнира. Особенные слова благодарности они адресуют генеральному спонсору компании «Доктор Мебель». Надеюсь, дальнейшее сотрудничество. Молю, только не убегайте только от меня. Что хотите делать, только не забудьте про меня, я прошу. Вот апрель, октябрь – это наши турниры. Я буду счастлив, если будет продолжение такое, потому что для меня это очень важно. И только для меня. Вы же видели, как детки радостные были. Вы же понимаете, да, для чего это? Следующий турнир будет проходить в апреле 2018 года.